Сегодня 3 ноября 2013 года, и я вам расскажу, что нового происходит в социальных сетях. В частности, сегодня поговорим о таком видеоролике, обзор того самого события, на котором я бывал этим летом в Санкт-Петербурге. Да, вы, наверное, знаете мою трилогию, уже все посмотрели, репортажные сумасшедшие видео. Сейчас я специально скачал вот этот официальный трейлер и буду внукам лет так через 40 показывать и говорить с гордостью. Вот видите, ребят, я в 2013 году бывал на этом самом корабле, и видео там тоже я снимал. Многие не верили, но мы... доказали. Многие не решились, но нас было больше. Многие не думали, что бывает еще круче, но мы сделали. Это была сенсация. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, официальную группу «Белая сенсация движения», да, вот «Белое движение». Записывайтесь на участие в 2014 году, и, как знаете, быть может, мы вновь увидимся в Санкт-Петербурге. С вами был Некрасов ТВ. Всем пока. Кстати, да, там еще и кино есть про это «Белое движение», 17-минутный фильм короткометражный, мне тоже он очень понравился. Быть может, и меня там увидите в этом фильме. На этом все.